Одесская область готовится ко дню окружающей среды. 17 апреля во время ежегодной всеукраинской акции «За чистую окружающую среду» состоится ряд природоохранных и природоочищающих мероприятий, среди которых и субботники. В облгосадминистрации отмечают, что они уже начали объезды с инспекцией по территории Одесской области. Так, в пятницу 9 квітня буде здійснено об'їзд території Дачинської, Великодолинської та Усатівської громад. На наступному тижні на черзі Візірська та Красносільська територіальні громади. Під час об'їзду особливу увагу буде звернено на стан під'їзних шляхів до населених пунктів, стан утримання узбіч, вулиць, об'єктів благоустрою, зон місць відпочинку громадян та особливо, зважаючи на Великодні свята, увагу щодо стану підходів до кладовищ. У городских субботников участвуют не только активисты, но и коммунальщики. В муниципальном департаменте городского хозяйства отметили, что за такие меры рабочие не получают денег. Чиновники уверяют, коммунальщики убирают по субботам на добровольных началах вместе с неравнодушными одесситами. В то же время сами рабочие не на камеру рассказывают, что о волонтерстве как таковом речи не идет. Возможности отказаться у них нет. Такие вот добровольно-принудительные субботники.